Йо, what's up, бро? Здравствуй! Сейчас это будет необычный ролик, не спеши переключаться. Значит так, The Last Stand Aftermath. Игра вышла совсем недавно, и, если честно, она проскочила мимо моих взоров. Но в рубрику «Давай глянем» я решил записать часовой ролик. И просто посмотреть, пощупать эту игру по одной простой причине. Потому что это, мать его, выживание. Выживание RPG. Спустя 15, по-моему, лет игра вновь вышла и приобрела новый облик. Понятия не имею, если честно, в первую часть не играл, но по скриншотам, по трейлерам очень напоминает, знаете, старую игру Alien Shooter, называлась такая игрушка. И какая-то была тоже выживалочка на телефоне. Я думаю, в комментариях вы напишите, подскажете. Короче, выживать, искать выживших. Если вас укусили, вы сдохнете рано или поздно. Открывать новые территории, крафтить. В общем, все-все-все, постараемся это сегодня посмотреть, увидеть. Я немножечко поковырялся в настройках. Язык русский есть. Всем приятного просмотра. И давайте уже начинать. Я даже еще не запускал ее. Ох, сейчас попрет контент. Я даже прям себе чаеху заварил. У меня, кстати, сейчас 30:30 ночи. У тебя сколько? Появившийся из ниоткуда ранее неизвестный вирус за считанные недели распространился по всему миру. Умершие менялись на биологическом уровне и как будто оживали. Военные и служба по контролю за рисками окружающей среды предприняли действия, чтобы сдерживать распространение вируса. Они потерпели неудачу. Кто бы мог подумать, боже мой, как неожиданно. Со временем выяснилось, что некоторые люди обладали иммунитетом, их оказалось около 5% от всего населения, и насколько известно, они единственные выжившие. Нам придется найти новый способ выживать среди зараженных, приспосабливаться и меняться. Сразу вспоминаю фильм, по-моему, War Z или что-то типа такого, «Мир нам больше не принадлежит». Страшно, очень страшно, вашу мать. Очень надеюсь, что все у нас получится. Да когда у нас с тобой не получалось? Кстати, уровни сложности в игре я не нашел в настройках. Я думаю, что она или априори казуальная, либо априори она очень тяжелая. Так что давайте сейчас будем разбираться по ходу движения, так скажем, по Некселю. Так, предлагаю звук. Да, звук я поставил погромче. 15 лет спустя. Что остановились? Топливо кончилось. Ага, в баке пусто. Рядом должен быть старый КПП с кросс. Предлагаю начать оттуда. Обычно сами КПП вычищены полностью, но тайники надежно спрятаны. Ага. Удачи! И выкинули нахер нас отсюда. Значит так, васт бегать. Правой кнопкой мыши. А, и все, игра, короче, началась. Значит, есть шифтец. Давайте все везде проверим. Есть шифт, шифт это бег, синяя, соответственно, полосочка. Слушайте, давайте мы, знаете, как сделаем. Я еще чуть-чуть сделаю погромче. Звук немножечко поддам, знаете, для атмосферы. Я надеюсь, у вас не сильно громко будет. Теперь кайфец пошел. Так. Слушайте, подождите, здесь ешечка сразу. Ага, автомобиль требует ремонт. Понял, принял. Левый shift. Паркур! Р, чтобы перезарядить ствол. Эва, ну чё, Михалыч? Понял. Блин, ну она очень похожа на Alien Shooter. Очень похожа. Так, КТРЛ, можно приблизиться. Так, ну что ж, целимся. Раз, два, отлетел. Я так понимаю, вот это был звук хеда, да? Если попадаешь на зелененькую, то, я так понял, быстро перезаряжаешься. Ага. Ага, а патрики-то здесь не бесконечные. Вон и коробочка с патронами, вижу.
Ага. Так, хорошо, давайте попробуем, может какие-то тихие убийства есть. Попробуем подползти. Атака ближнего боя. Опа! На нахер! Вопросы. Слушайте, ну она довольно так неплохо, кстати, бьет. На самом деле. Пробел уклонится. Жмяк. 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 Ну и жмяк. И вот так вот сделаем. Кстати, она... Зомби-то тоже они как бы не пальчиком деланы. Кстати, есть лут. Ветошь. Ветошь с тобой находим. Взять, все взять. Нам все надо. Все в дом, все в семью. Так, нашли коробочку. Патрики. Ну, конечно же, патрики. Но, если быть откровенными, их очень-очень мало. Слушайте, ну, зомбаков есть смысл убивать. На самом деле, я так понимаю, ветошь, херетошь, все будет использоваться. Соответственно... Что это такое? Винасия, что так можно было? Ой-ой! Ой-ой! Пакуха! Нормально, нормально! Мансуем! Так. Ну, это вообще легкое. Так, допустим. Я понял! Я понял! О, бля! О, бля! О, бля! Понял, понял! Все, 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 понял! Ага. Вот так вот. Я понял, почему из уровня сложности нет. Смерть еще не конец. Мир за пределами колонии жесток. Люди будут погибать. А, ну это типа спецом, да? Ага. А в этой камере находятся добровольцы, члены колонии, которые были заражены. И приняли решение дать последний бой за стенами рубежа. У каждого свое снаряжение. Выбрать? Ага, это типа как... ты понял, это специально было. Это как тренинг, тренинг, все дела. Это, короче, типа как предисловие. Привет! О, привет! Я тебя знаю. Так. Хай. Вы умираете, поэтому я постараюсь покороче. Док Стэдман говорит, у большинства из вас пара дней. Вы, вам наверняка не сказали, когда вы взялись за это дело, но колония голодает. Нужно, чтобы вы пошли к стене. Найдите выход. Нам нужны припасы, оружие, патроны, а в мертвой зоне уже все вычистили. Возьмите машину, найдите, что сможете, и передайте данные нам. Но сначала сходите к Стэдману, он даст вам антивирусол. Вопросы. Все максимально понятно. Слушайте, у вас отлично получается, вы можете изменить ситуацию. Слушай, мать, честно тебе скажу, с твоими вот этими вот, вот такими вот этими вот, и все... А, в бочках крафт. Не струя себе фонтан, понял. Так, хай. Доктор Стэдман, ах да, наш очередной доброволец. Я доктор Стэдман, сегодня я буду наблюдать за твоей вылазкой. Возьми-ка, это автоматический инъектор для антивирусола. Тебе нужно найти станцию связи с Кросс, обычно у них есть сыворотка. Я чем-то еще могу помочь? Чё за антивирусол? С Кросс произвели достаточно большое его количество и распределяли между солдатами. Типа, наверное, они хранят его в дозаторах на территории своих объектов. Станции связи и медицинские пункты. Я понял. Антивирусол является профилактическим средством. Где-то я уже такое слышал. Как я уже сказал, он предотвращает распространение вируса на короткое время. То есть, если тебя укусили, ты будешь подсажен на этот антивирусол. Или как там было. Это новая форма вируса, реагирует на старый ингибитор, но полезный эффект ограничен. Ага. Скоро не предполагали, что все так изменится. Кто это такие?
Ты не слишком молодо выглядишь, чтобы не помнить. Служба по контролю за рисками окружающей среды, они устроили весь этот хаос. Потом пытались все скрыть. Ты же помнишь бомбежки? Это антивирусный препарат для их солдат. Единственная хорошая вещь, которую они после себя оставили. Они ушли. Давным-давно. Сбежали, словно крысы, хотя ты можешь найти снаружи убежище. Да в принципе поехали. Господи, да что там говорить? Слушайте, ну выглядит довольно, кстати, приятно. Понял. Шутя. Ля, угланул. Нихера себе. Так, ну что ж, нас ввели в курс дела. Кстати, очень быстро нам присунули. Ну там, я так понимаю, вариантов вообще не было выжить. Закончилось топливо. Снова прибью этого гада. Базарт! Черт, простите, босс. Ребята, наверное, забыли заправить. Вы в центре города, так? Там зона выброски грузов и есть бензин. Найдите его. Если за тебя умрет еще один доброволец, клянусь, я... отбой. Ну что ж. Опа. А вот это... А как тут А, тут еще и обвесы есть. Да ты ж мой хороший, господи. Значит так, у нас есть гаечный ключ. Ага. Ага. Слушайте, ну, кстати, довольно приятно. Хочу заметить. Ну что ж, давайте все очень внимательно изучать. Чухаем по багажникам, по капотам, по всему, чему только можно. Благо, позволяет все это. Вот, вот видишь, капотик. Так. А вот это не есть гуд. Да ладно. Чё, поехали? Да! Ёпта, ты сколько его перезаряжаешь, сынок? Да! Да, сынок! Ага. Да. Так, вот это чик-чик. Эть. Так, ну чё, вот на этих ворвёмся жёстко! Да! Опа! Опа! Видал, размансил, просто изи! Вопросы. Так, спокуха. Что он делает? Огонь. А, во, ой, хорошо придумали. Вот это уважение. Ружейные нахер патроны. Очень большой вопрос к этой игре. Как вообще все это дело происходит? Происходит, я имею в виду в плане этого. Рандомный дроп, не рандомный. То есть, ну вот это вся карусель. Да ладно, это что такое? На, просто! Давай еще! На! На, сынок! На! Хорош. Опа, вот и топливо. Топлива осталось не так уж и много. Оно весьма плохого качества, потому что вы будете... Потому то, что вы будете находить, не позволит совершать дальние поездки. Ищите канистры вроде этой, чтобы по необходимости заправлять автомобиль. Уровень топлива в баке вашего автомобиля показан слева внизу. Окей, ну хотя бы, кстати, не несет канистру за собой, как дурачок. Это вот радует. Слушайте, это очень круто сделано. Она мне нравится пока, эта игра. Пока что нравится. Блин, ой, а знаешь, это такой мир, который хочется изучать. Я хочу залезть здесь, блядь, везде, в каждую
дырочку. Ты напиши, пожалуйста, тоже в комментариях. Ты вообще в дырочки любишь залезать? Ты вообще как вообще? По дырочкам спец? Если, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Опа. Добрый вечер. Так, смотрим, все-все-все везде осматриваем. Так, лежит тело. Тело вообще глухое. Багажник. Так. Лом, берем все вообще. Так, поехали. Заходим. Оп-оп-оп-оп. Лево-право. Сюда. Заводи, Григорий. Антивирусол. Сыворотка, которая ненадолго останавливает развитие инфекции. Пока действует, вы не поддаетесь дальнейшему заражению из любых источников. Наполнить флаконы сывороткой можно в зданиях Скросса. Радиопомехи. Доктор, ты там? Стэдман слушает. Удалось найти антивирусол? Да, но всего, блять, одну дозу. Неплохо, неплохо. Помни, что только эта доза будет работать так долго. Обращай внимание на здание Скросс, в большинстве из них есть дозаторы. Но сильно не отвлекайся и добудь необходимые припасы. Значится так. Херк, короче, почему-то написано. Значит, заправить автомобиль, мне сейчас, кстати, говорят. Но мы с тобой слишком любопытные, понимаешь, чтобы не заглянуть во все дырочки, во все отверстия, во все возможные там багаж, не багаж, может быть, какие-то секретики. Нам сказали, смотри внимательно, сынок. Опа, кирпич. Кирпич всегда он нужен, ребят, знаете. Я вообще без кирпича из дома в постапокалипсис не выхожу. Кстати. Опа. А что это такое? Ты видишь, как бункер сделан? Зайти я туда не могу. Ну ладно. Что, ну дальше вроде не пускает. Погнали заправлять машину. Так, поехали. Прям к баку надо подойти. Смотрите, а. Так. Сесть в автомобиль и уехать. Врум-врум. Там можно какую-то кнопочку нажимать, я так понимаю, когда заводишь. Эва, чё ты придумал? Ля, блядь. То есть здесь три хода. Угу. Смотри, там типа показано, видишь, череп. Череп, здесь бабки будут. А, два зомби, один зомби. Один, два. А, значит так, смотри, сынок. Нам надо с тобой придумать так, чтобы вот отсюда вот надо в самый последний момент залезть. Согласен? Ты согласись? Так, давай, во-первых, на заправочку, да? На заправочку, поехали. Значит так, на заправочку заезжаем. Еще бензинчик и канисточку цепляем. Я думаю, поверху проходим. Блять, а где мы тогда с тобой возьмем бензин? Найдем. На нахер. Минус 3, сразу улетели. Значит так, сразу вижу заправку. Сразу прям вижу ее. Значит так, режим концентрации. Удерживайте левый альт, чтобы сконцентрироваться. Сконцентрируясь, вы получаете представление о том, что находится вокруг вас. Во время боя концентрация также позволяет замедлить время и повысить урон. Время концентрации ограничено, истекает. Слушай, концентрация левый альт. Давай попробуем. Ага, ага. Понял. А че это там какие-то веселые вот там ребята стоят? Нет, не кажется? Бутылочка. А вот из бутылочки, наверное, можно какие-то зажигательные смеси сделать, да? Бутылочка, это очень хорошо. Так, смотрим, смотрим максимально. Опа, что-то нашел. Слушайте, нашли какой-то альбом для рисования и загрязненная вода. А, знания, вы получили знания. Некоторые на
Находимые вами предметы содержат информацию, которая будет полезна вам в колонии. Найдите улучшающую рацию, чтобы использовать эти обнаруженные знания для изучения постоянных улучшений для добровольцев. Короче, это как в State of Decay. Тоже мы находили книжки. Довольно редкое дерьмо, я уверен, которое будет очень сложно фармиться, гриндить. Хорошо. Скрытность. Так, нужно пригнуться. Ага. Понял. Они говорят: слушай, братанчик, чтоб не спалиться, тебе нужно пригнуться. Но теперь вопрос, докуда эта скрытность действует. Понимаешь? Там альт. Опа. Видишь, знак вопроса сюда показан. Спирт электроника. Допустим. Идет. Ай, молодец. Ай, ты мой сладкий. Ты ж моя умница. Опа. А мы просто выбегаем вот так на характере. На, сука. Ориентируемся. Так, сверху тех двое, да, осталось? Отбегаем. Так, резет. Значит так, вот эти типочки очень жесткие. Но с них падают образцы зараженной крови. Так, вот этих вот можно, в принципе. Так, херачить. Нет. Бам-бам. Бам-бам. Чик-чик. Мне очень понравилось то, что их можно с ног сбивать. Это прям гуд. Карманный нож, кстати, падает. Я премного прошу прощения. А что у нас по карманным ножам, кстати? Как там еще раз инвентарь-то? Значит, у этого урон 18. Верно? Урон 27. А, но этот будет прям очень быстро дамажить. А, давай пока оставим. Пока что. Пока что. Это ключевое. Подбегаем. Агрессивнее, агрессивнее просто. Оп-оп-оп-оп, накопошили. Значит так, как всегда, нам нужна стамина. Кстати, вижу канистру. Надо узнать, как их добивать. Как-то можно добивать. Пока непонятно. Пока все хорошо. Подбегаем. Не даем им скапливаться. Чекаем стамину. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо. Спокойненько. 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 Ножичек здесь нам поможет. А, нож кровотечения. Ножичек кровотечения дает. Я понял. Короче, это забейте просто.
Тайсон в моде. При любой погоде. Так, хорошо. А вот за Патрики ты вообще отдельно респект тебе, дружочек. Так, берем канистру. Оружие все очень быстро отлетает. Пока непонятно, как... Непонятно, как добивать. Я уверен, как-то можно добивать. Нифига, слышу, он прям реально, он прям боксер. Это какая-то месть боксера, помните? Так, проверяем. Все везде проверяем. В этих даже смысла не вижу. Вижу доску. Так, там ребята стоят, чилят. О, сынок. Сюда ключик. Так, здесь все пусто. Очень жесткий ключ. Он прям реально наказывает. Урон у него прям чувствуется. Кирпичи, кстати, можно кидать. Насколько я заметил. Так, продвигаемся дальше. Еще нашел что-то годное. А левел все качается и качается. Врываемся. Как добивать? Надо узнать. Так, предлагаю зайти в параметры. Есть какой-то добить? X добить, ребят. Если с копыт упали зомбаки, то на X-улечку добивать. Будем знать. Хорошо. Быстро, кстати, я нашел. Прям очень удобное управление. Так, двигаемся. Жестко, на характере. Оп, оп, здорово. Опа, 6. Шесть. Что это такое? Вирус распространяется в вашем организме, вызывает мутации. Мутации разнообразные, дают новые способности и эффекты. Но часто изменяют, имеют нежелательные побочные действия. Ой, бля. Все? Не понял. А что это такое? Вонь, вы пахнете так же, как зараженный, что снижает вероятность их нападения. Ваши атаки вспарывают и разрывают плоть ваших врагов. С некоторой вероятностью вы можете вызвать у цели кровотечение. Хорошо. Ваша кожа становится толще и тверже, делая вас устойчивее к вражеским нападениям. Слушайте, ну давайте вот эту, наверное. Слушай, не шутя, я пожелаю мутации. Инфекция в вашем организме непрерывно распространяется. А-а-а, за мутацию ты ответишь своим здоровьем, я понял. Так, ну что ж, предлагаю... Предлагаю впороть в себя немножечко добра. Так. Очень-очень много дропа насобирали. Я напоминаю, зомбаки дают опыт. Мы не зря их бьем, если что. Чик-чик. Опа! Манс! Жестко, да? Не ожидал? Я тоже, кстати. Заливаем канистрочку. Там лутали, тут лутали, здесь лутали. Врываемся в типа. Наказываем. Здесь, я думаю, можно сделать вот так. Чуть-чуть их. Ой-ой-ой. Хорошо. Слушай, хорошо идем, смотри, уже половина первого левела с тобой собрали. Опыт очень долго качается. Насчет казуальности игры я... Здесь нет, здесь не про это игра. Это прям будет выживание, ребята. Это будет жопка-боль. Так, выстроились. Опа, 6. Кого-то попал, не знаю в кого. Начинаю релодиться. Зарелодиться, жестко на развороте. Девочка упала. Вопросов, я думаю, больше нет. Понял. Так, вот здесь где-то канистра. Все, вижу канистру. А что нам не залутаться-то? Правильно, пока идет. Да я просто его кулаками просто жестко отработаем и все. Так.
доской можно просто вжагалить. Давай все подряд, все, что в руку попадется. Почему нет? А почему бы и нет? А вот эти металлочки мы оставим. Мы сейчас соберем их. Так, в магазин обязательно надо в это зайти. Икс добить, икс. На! Жалко, за зданием не увидели. Сейчас, я думаю, еще будет такая возможность. Врываемся. Доска делает вещи. Ногой, конечно. Не, не, не. Welcome to club. Я не знаю, для чего это. Я думаю, что сейчас мы систему крафта с вами точно увидим. Так, пойдемте через здесь, обойдем. Так, здесь тачки проверил, все проверил. Ребят, главное все проверять. Все у нас с тобой очень все красиво. Так, зашли. Зашли, пошел. Тетрадь какую-то нашли. Изоленту. Короче, как всегда, дорогой, весь дроп сныкан, знаешь где? В зданиях. А здания, естественно, в зданиях огромное количество этих зомбаков и кровосись. 45-й калибр. Подожди, а 45-ка это у нас... Нет, у нас с тобой пока нет 45-ки. Слушайте, мне что-то подсказывает, что мне очень повезло с М16. Видать, очень мне не слабо заролилось. Кстати, бинты. Так. Всякий случай, все везде открываем. Так. Дверь. Здесь вот в аптечке что-то стопудово должно быть. А бейсбол. Хорошо. Так, ну что, все. Заправляем автомобиль. Слушайте, ничего я такого прям... Вверх тяжелого я не увидел. Да, сейчас бы с пыра так колотить. Слушайте, ну у нас в тачанке в нашей, в принципе, все есть. Все хорошо. Идут мутации, но... В общем-то, они нам на руку. И тем временем 4 у нас стака. Значит, все. Здесь есть, это есть. Дощечечка есть. Не понял. А, я так понимаю, не заново, да? Все появляется и появляется. Все не так просто. Ну, тогда давайте судьбу-то испытывать. Да, я думаю, не будем. Слушайте, со стаминой надо что-то делать. Со стаминой, ребята, шутки плохи. Очень-очень-очень-очень плохие шутки со стаминой. Значит так, заводим наш пепелац. Так, есть. Значит, смотрите, текущее положение. Здесь мы зачистили. Здесь была, если что, один черепок. Вот здесь два черепка. Но у нас, скорее всего, повредится машина. Но здесь будет две канистры с топливом. Две канистры с топливом. Ну что ж, давай, может быть, попробуем. Да давай попробуем. Да что ты? А, две канистры я потрачу. Эва, ну чё, сынок. Интересно. Слушайте, ну логично сюда. Здесь есть бабки. Я потрачу всего одну канистру. Правильно? Правильно. Интересно, почему разрабы сделали, что постоянно, знаешь, он так пробуксовывает. Не, может, конечно, так тачка заряжена. Я не знаю, может, там какая-то супер это. Так, это у нас жилой район. Как всегда, сбиваем. Так, я думаю, нам надо потихонечку думать о возвращении в город. Потому что постепенно надо рассчитать бензин так, чтобы еще и умудриться свалить нахрен отсюда. С патрами все очень печально. Так, ты не встанешь? Нет, ты не встанешь. С патриками все очень-очень грустно, друзья мои. Ролятся какие угодно патрики, но только не те, которые нужно. Хьюстон. Вот и проблем.
Хорош. Слушай, ну у нас с тобой... Слушай, есть прям стойкие. Посмотри, может, боксеры, я не знаю, при жизни были. Опа! А вот это гуд. 9 миллиметров, ребята. Подгончик в виде 9-миллиметрового другалька, это очень хорошо. Так, погнали дальше шариться. Что это такое? Это был очень интересный звук, и, если честно, он мне не особо понравился. Ага. Ага. Раз. Два. Ёпта, ты кто, дружок? Так, спокойно. Ну хорошо, спокойно. Ну, раз на раз мы вообще выходим прям на изи. Просто я говорю, реально у нас не типа какой-то прям боксер. Так, вот этих вот надо... Сразу отсекаем, сразу. Вообще даже в мыслях, чтобы у них, конечно, не было. Просто двоечку, чпок-чпок. Отлетел. Ребят, зомбаков обязательно надо убивать. С них тоже дается очень-очень-очень сочненький дроп. Так, немножечко огранем. Здесь зашли, за собой дверочку прикрыли. Поехали. Ох, ёпта. Крепко заперто, говоришь? Ну-ка, давай-ка пока с дощечки начнем. Блять, нужны инструменты какие-то для открытия таких. Что? Верстак. Изготовление нужно объединить два предмета. Я так понимаю, что... что объединить? А, новые рецепты можно узнать, объединяя предметы. Великолепно, великолепно. Ну, допустим, лом. Ветошь и лом. Что это даст нам? Кастет! Не шутя. Так, у нас перегруз. Понял. До свидания. Тогда у меня есть следующий вопрос. Куда все складировать? Кастет 40. 40. Что ж, а почему бы и нет? Нет. Но смотрите, смотрите, что я хочу сказать. У этой темы есть прикол. Что? Допустим, я вот добавляю изоленту. Изолента, видите, показано, с чем она крафтится. Допустим, с ломом. Деталь оружия ближнего боя. Ну, допустим, мы сделаем две таких детали. Бинты. Бинт крафтится, кстати, со спиртом и даст нам... Аптечка! Плюс две аптечки. Ну, хорошо. Допустим... Что если добавить электронику? А, к электронике нету пока ничего. Хорошо. Масляный фильтр. Винта. Кирпич. Нет. Ну-ка. А если доску объединить? Доска с шипами. Нормально мы тут с тобой. Пошел крафт. А ну-ка с кастетиком. Короче, это типа улучшение. Клинки. Ля, ёпта. Слушай, не шутя мы там с тобой. Мы сейчас вообще прям жесткие, да, я так понимаю, будем.
Так, это ни с чем уже не объединить. Шестерню ни с чем. Электронику тоже ни с чем. Ну, в принципе, и все. Единственный вопрос по перегрузу. Что делать и как, собственно, быть? Куда бы мне это все дело? Слушайте, ну, я думаю, сейчас оно ломаться-то будет, да? 50. Слушайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы улучшаете свою беговую форму и становитесь еще быстрее. Ага. Радиорубочку, будь любезен, сыночек, говорит, найди. А потом уже о чем-то проси. А где у меня все рецепты? Ага. Слушайте, очень удобно сделали. Смотрите, они прям показывают, что из чего крафтится. Здорово. А бега все меньше и меньше. А никто не знает, как шкафы эти открываются. Кстати, видите, мастерская 4 из 5. Но я так думаю, это вот оно и есть. Хорошо, у меня такой вопрос тогда. А, да ладно! Блять, я понял. А все. Стой! Стой, сынок, не умирай! А где аптеки? А вот аптечка. Использовать. Живи. Живи, родной. Успей, не успею. Слушай, аптека должна быть очень хорошей. Пошла пожилая нахер мутация. Скорость атаки ближнего боя плюс 25%. Ваши руки движутся быстрее и свободнее, чем раньше. Увеличение частоты пульса дает вам чувство живости. Восстанавливает ваше здоровье до максимума, не устраняет инфекцию. А, это чисто на время. Какая же скорость атаки ближнего боя? Что ж там думать-то? А ну-ка, подождите-ка. Сейчас мы нахрен исправим это досадное недоразумение. Пошла доска. Не шутя, ты, друг, стал махать. Все действия расходуют запас сил. Когда запас сил на нуле, вы чувствуете утомление. При утомлении вы не можете бежать и уклоняться, а ваши атаки ближнего боя на 50% меньше урона. Используйте расходники, чтобы восстановить свой запас силы. Ага. Расходники. Знал бы я, сынок, какие расходники-то использовать. Было бы вообще хорошо. Слушайте, ну отлетают они великолепно. Очень хорошо улетают. Прямо один за другим летят, ребята. В помоечку. Так, серп. А, серп просто им конечности отрубает и все. Какой-то находим цветочек. Цветочек пока непонятно для чего, но пока его тратить не будем. Все будем объединять на верстаках. Чем больше новых рецептов открываем, тем лучше. Опа. Моментально накрячивает, просто моментально. Но у меня очень быстро, ребят, силы заканчиваются. Но силы, я знаю, почему заканчиваются. Силы, ребят, заканчиваются, потому что мне некуда деть дроп. Может быть, можно к машине. Давайте подумаем. Да ладно. Может быть, в багажник? Нет, ничего подобного. Так, ладно, двигаемся дальше. Это локация наша.
патриков я набрал немало. Слушайте, это просто жесть. Если сейчас решить вопрос с этим. Кстати, где-то что-то работает. Типа генераторы или... Здравствуйте. Здравствуйте. Так, сюда мы подойдем. Врываемся. Я тут так подумал. А тут, братцы, с вами дробовичок нарисовался. Давайте верх весь залутаем, верхушечку, да, все. Какая, мать его, сочная локация. Ага. А что если сделать коктейли Молотова, а? Как ты думаешь? А ну-ка. Стоп. У нас же на дробовик, да, есть, по-моему, оружие. На дробовик есть эти патроны. Так, секундочку. А что, если взять пустую бутылку? Ага, нельзя, да? Ай-яй-яй. Кстати, ветошь и чистая вода даст бинты. Бинты. Кирпич ничего не дает. Угу. Так, поднабираем. Слушайте, подождите, а почему бы... А как, допустим, смотрите, надеть предметы? А как бросить предмет? Я же как-то могу бросить. А ну-ка. Добить, выстрел, прицелиться, перезарядка, включить оружие дальнего боя. Оружие ближнего боя. Карманные предметы. И как бросить? Слушайте, а он дамаг-то какой-нибудь нанесет? Плохо. О, не шутя. Понял. Кирпич-то хорошая вещь. Знаете, надежный, блять, как вбитый в стену гвоздь. Так, погнали. Максимально все везде осматриваем. Дом. Очень большой дом. Тут стоит тело, которое очень расстроено чем-то. А вот и канистра. А вот она и канистра. Да ну ёпта! Понял.
Живем. По боевке всегда приходится выбирать, почему ты бьешь. Вот это дает определенные неудобства. Слушайте, с Патриками вообще прям все очень бодро. Это я, кстати, не знаю, кто такой, если честно. Подходить к нему особо желанием-то и не горю. Кто, ёпта? Значит так, переходим к плану Б. А план Б, ребята, у меня очень простой. Чик-чик-чик! Чик-чик-чик! Да что ж такое за везение-то, а? Ку-ку, ёпта! Ты как, сына? Живой? Чешо? Нихера? 7,62 патроны. Так. Значит так, переходим. Погодите. Оп. Поехали. Да подожди ты, ёпта, сейчас обойду, дам тебе просраться. Так, поехали. Всё, к машине. Там, кстати, что-то валялось. Хорошо. А уже второй левел. А патрончики-то все на ружье бустятся и бустятся. Так, все. А мы, кстати, всю локу зачистили. Сейчас последнее, куда мы заходим, это в тачку. И, в общем-то, все, да. Вот это, вот этот крайний дом. Эх, жадность. Жадность может нас сгубить. Давай не будем жадничать. Ну его нахер. Сережа, доставай гаечный ключ. Поехали. Ключ, знаешь, он тоже надежное такое. Вот, вот это я понимаю. Поехали. Окей, Валера. Пока все идет очень хорошо. Очень много всяких ништяков лутаем. Кстати, я понял, мать его, эти очки дают, знаешь что? В левом нижнем углу. Это нам качать перки, перки качать. Вот для чего это создано. Это обязательно нужно находить. То есть игра, как бы она тебе говорит: братанчик, ищи здесь все. Здесь все нужно. Так, в туалете ничего нет. Нигде ничего нет. Все, идем к тачке. Тук. Стаминка вообще прям умирает. Стаминка умирает, это не есть гуд. Чё хочу? Чё хочу, сынок? А, ёпта! Это просто такая имбища. Поехали. Подходим. Говорим здравствуй. Добро пожаловать, друг, я Михаил. Мишаня, ёпта. Что привело вас в эти чудесные опустевшие края? Пытаюсь выжить, ищу припасы. Да, возможно, я смогу помочь. Я собираю всякое. Ценные вещи, которые могут быть вам полезны. Но главная моя цель — вещи из старого мира, понимаете? Например, все, что дает знания.
Старые книги, жесткие диски, даже личные записки. Принесите такое, я обменяю на что-то полезное для выживания. Хорошее предложение, вы всегда здесь? Ну уж нет, я перемещаюсь, будешь меня искать. Уверен, вы меня заметите. Давай покажу, что у меня есть. Ах ты мой сладкий. Эва, ну чё, сынок, ты у меня вообще, да, все готов забрать? Ага. Так, хорошо, что у него можно купить? А бейсбол? Патроны. А я бы купил оружейные патроны. Стоят они семерочку. Граната. Батарейка. Значит так, поехали. После использования восполняет здоровье. Давай аптечку впарим. Она дорого стоит. Бинты оставим. Бутылка продаем. По единичке идеально зайдет. Съедобный цветок после употребления восполняет незначительный объем запаса сил. Незначительный вообще не вариант. Загрязненная вода восполняет небольшой объем потерянного запаса сил. Может быть вредна. Нет. Коктейль Молотова? Нет, коктейль Молотова мы оставим. Съедобный цветок после употребления восполняет значительный объем здоровья. Оставим. Мясные консервы восполняют большой объем потерянного запаса сил. Я бы оставил. У продавца, кстати, осталось 4 доллара всего. После употребления постепенно выполняет. Нет. Да. И образец, взятый у серьезно мутированного зараженного. Его можно использовать для исследований. Пока не продаем. Так, цветочки мы продадим. И у него ничего вообще не остается. Значит так, начинаем затариваться. Очень-очень-очень внимательно. Мы у него выкупаем патроны. Выкупили. Мы у тебя, друг, выкупаем батарейку. Просто берем и выкупаем, мать твою, батарейку. О да. Для того, чтобы немножечко уравняться, я думаю, что я тебе еще парю цветочек. Парю тебе бейсбол. Это оставлю. Большой объем оставлю. Стволы... Не, бля. Стволы под вопросом. Стволы под вопросом. Автомат я бы, наверное, продал. Да. Я бы, наверное, его продал. М16 я бы на дробовике пока остался. Он очень много весит. Да, пока продам. А здесь я бы, наверное, еще продал. Знаешь что, чуть-чуть бинтов я продам ему. Блин, а вот это помповое ружье-то можно было бы, конечно, подумать. У меня Амброс, да, у меня такое же. Как же тебя починить? Пока непонятно. Наверное, на каком-то верстаке. На чем-то можно починить. Но у него ничего не чинится. Так, допустим. Ну что ж, поехали к автомобилю. Благо, бенза у нас предостаточно. А тут уже набежали ребята. Хотят о себе напомнить. В принципе, мы не против таких напоминаний. Сразу же вот так вот просто делаем. Заправляем наш пепелац.
Ну что ж. Ну что ж, друг мой. Что скажешь? По-моему, очень интересно. По-моему, знаете, прям годно. Угу. По-моему, что-то годное. Эта зараза засасывает. Она прям реально засасывает, и мне это нравится. Угу. Надо понять, по какой мы дорожке пойдем. Я бы, наверное, прям вот так вот проехался. Да. Давай так, так и вот так. О, да. Что ж, идет все, по-моему, очень неплохо. Интересно, где здесь сейф? Блин, мне кажется, сейф... А здесь автоматически, может быть? Но я почему-то не уверен. Вы еще с нами? Ага. Вы справитесь. Главное не сдаваться. Вы нашли еще антивирусол? Нет? Ищите в здании Скросс, есть дозаторы. Большинство будет не тронуто. Оно нам было без надобности, но это понятно. Обращайте внимание на все необычное. У этой новой инфекции должен быть источник. Вызывайте, если что-нибудь увидите. Конец связи. Ну что ж, я думаю, что... Я думаю, что есть о чем подумать. Ты знаешь, мой друг, игра очень интересная. От себя хочу добавить, что довольно неплохо зашла. Это стопудово. Она довольно своеобразная. Она засасывает. В ней есть определенные баги-лаги, но, возможно, допилят. Пишите ваше мнение. Ну и, как всегда, давайте 5555 лайков. Я сделаю новую серию. Протопите, если вам интересно. Я бы от себя сказал, что я бы с удовольствием не прошел бы всю игру, но сделал бы еще одну серию как минимум, дабы посмотреть эту историю. Всем удачи, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха. Мой ник Ntaro Adun. И вы находились на канале Hard Games. Удачи.